Дорогие друзья, я всех приветствую. Меня зовут Олег Григорьев, я создатель Академии Единства Мастеров Света. И сегодня в этом видео вы посмотрите эфир нашего круга Единства Мастеров Света. Это глубокий, серьезный эфир, в котором вы можете прожить разные уровни трансформации внутреннего исцеления. Если у вас есть текущий запрос, вы можете его проявить. И через данное проживание, через круг запустить процессы по реализации. Академия Единства – это академия для всех мастеров, помогающих профессии, осознанных людей, всех тех, кто является творцами своей жизни. И сегодня вы на базовом семинаре «Круг Единства Мастеров Света». Это второй семинар. Сегодня очень глубокое, серьезное погружение. Очень глубоко, очень серьезно пошли, поэтому отложите все дела, процессы, настройтесь на серьезную работу, будет мощная прогрузка по энергиям, и впереди будет очень-очень интересно, друзья. Каждый из присутствующих является частью большого круга. Академия Единства открывает дверь всем. Если вы смотрите данное видео, значит, это видео для вас, и пришло время тех самых перемен и трансформаций, которые вы можете впустить в свое сердце. Итак, друзья, Академия Единства Мастеров Света для вас. Смотрите, участвуйте, проживайте все то, что сегодня будет происходить для вас. Ну и регистрируйтесь на наш канал, подписывайтесь и приходите в Академию по ссылочкам, которые есть ниже. До новых встреч, друзья! Увидимся на нашем эфире. Всех благ! Вот. На Бали все так происходит. То есть сегодня ты никто, завтра ты уже мастер-гуру третьего поколения. Это нормально. Все, осознай. Просто скажу, 10 лет практика. Прям пиши там, 20 лет уже рисую мандалы, вот это все. Вот. Ну что, ну что, я знаю, я прям вот уже вижу тебя там. Ну что, все, класс, класс. Я думаю, это прям здорово. Что, дорогие друзья, я всех приветствую. Академия Единства, Олег Григорьев с вами на связи. И сегодня у нас круг единства. Круг единства, в котором каждый из присутствующих, неважно, будете вы смотреть записи, или все те, кто сейчас к нам пришел на круг. Конечно же, если вы уже в круге, в живом формате все происходит гораздо мощнее и сильнее. Поэтому круги у нас проходят регулярно. Каждый второй четверг в Академии Единства по ссылочке смотрите ниже. Что у нас будет сегодня? Сегодня у нас будет гармонизация триединства личности, соединенности с опорой, родовой опорой. И соединение с Высшим Я. То есть такое триединство. Сегодня 10.10. Очень такое тоже портальное время. И сейчас очень мощные прогрузки. Я буквально сейчас, буквально полтора часа назад тоже проживал очень мощную энергозагрузку у своего коллеги Наи. И там получил очень много кодов, очень много тоже таких решений. До сих пор их тоже распаковываю. И один из этих кодов – это как раз тоже энергопрактики, энергосессии, которые мы тоже будем скоро проводить. И сегодня будем пропускать энергию, которая к нам приходит и уже сейчас собирается. Каждый из присутствующих сегодня может сманифестировать в хорошем смысле свой запрос, который явно он осознает для того, чтобы в общем поле, взаимно усиленном друг другом, и мы сегодня будем делать тоже такой определенные техники соединения кольца, создания, да, нашего такого общего поля, и запустить это, плюс позволить пройти всем тем процессам, которые сейчас гармонично и благоприятно, чтобы прошли для вас, потому что, друзья, очень часто мы много чего осознаем, но, как показывает практика, особенно вы, кто занимается, да, уже практиками, кто работает с другими людьми, вы видите, что
Иногда решение находится гораздо за пределами видения того, не то, что решение, а то, что истина, чем она осознается сейчас. И сегодня будет тоже такая, прям вижу, чистка. Ага, да, вижу чистка, чистка вот этой пелены. Пелены, которые, ну, условно говоря, да, есть на глазах у каждого. Это, возможно, какие-то концепции, прикрученные, да, нашим эго или еще и там какими-то программами, которые можно отпустить. Сегодня есть возможность манифестировать ваш запрос, позволить прогрузиться тому, что нужно прогрузиться. И третье, да, это отпустить. И вот в родовой системе очень много всего того, что действительно важно, нужно, и мы благодарим род за это. Но есть и то, что уже отжило свое, и мы тоже дадим сегодня место всем тем, и тому, да, что есть внутри нас, что, возможно, уже можно отпустить, да, то есть, возможно, мы можем взять что-то лучшее, что актуально вот в эпоху нового времени. И я напоминаю, что наша основная задача, да, это трансформация, переход в эпоху нового времени для того, чтобы каждый из вас был более счастливый, продуктивный, чтобы каждый из вас запускал процессы своего влияния на этот мир, и Академия, она для этого. Академия как раз-таки создана для того, чтобы улучшать, усиливать, взаимоусиливать каждого из вас по отдельности через единство. Поэтому у нас есть и круги единства, на котором вы сейчас находитесь, и мастерские, это тоже малые группы, которые проходят регулярно, круг равных. Сегодня у меня тоже пришло такое прям понимание, что скоро будем запускать еще круг проявления, где каждый из мастеров может проявиться, рассказать о себе, чем он может быть полезен. Это тоже такой типа нетворк, да. Также, ну, другие, вот у нас во вторник было обучение, где мы с Сергеем Чернышовым поделились видениями касательно клиентов и того, что сейчас, как работает, что нет. И другие процессы, которые тоже будут разворачиваться в Академии по мере того, как они будут проходить через меня, или других людей. И все это будет медленно или быстро, проявляться. И все это для вас, дорогие друзья, все, кто сейчас в прямом эфире, все, кто будет смотреть записи, поэтому, да, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал, регистрируйтесь, заходите в закрытую группу Telegram, там уже вся информация есть, работа сейчас идет, очень много всего тоже туда вкладывается, и действительно такая структурная информация, и все это делается вот на той божественной искре, которая приходит у меня и у команды, которая тоже работает, да, со мной. Поэтому все, все для каждого из вас. И каждый из вас есть та самая причина, есть та самая божественная единица, которая по отдельности, конечно же, по отдельности запускает все эти процессы. Вот. Поэтому, что я могу сказать? Все происходит так, как нужно. Конечно же, писать мне в личку сейчас нет смысла. Я вижу, кто-то ко мне пишет. Ну, я провожу эфир. Видимо, пространство не пускает. Видимо, кто-то не получается кого-то зайти. Это тоже нормально. Но все, кто пришел, тот пришел. И сейчас пришло время двигаться. Пришло время, высвобождаться. Сегодня очень мощный открывается тоже коридор. Коридор за коридором. И очень мощные, как говорят, энергии, да, проходят, и все это уже слышали. Но важно энергии не просто пропускать, а иногда важно и осознать, пропустить через проявленную часть вашего осознания того, что с вами тоже, да, произошло, и в то же время не цепляться за эти концепции. И давайте перед тем, как тоже пойти в процесс, во-первых, послание на процесс, сейчас то, что приходит. Все, кто к нам сейчас подключаются, наши гиды, наставники, учителя. И, ну, погремушка, да, такая вот тоже интересная карта. Погремушка – это время перемен, это время, когда вы соединяетесь со своим духом, и через дух начинаете запускать процессы творения.
процессы творения, когда каждый из вас является творцом и каждый из вас является проводником. Важно услышать те послания, которые к вам приходят. И сегодня ночью, даже вечер, ну, ночью перед сном, сманифестируйте, вернее, позвольте Божественному проявить ту мысль в виде желания, которое вы можете воплотить в свою жизнь. И уже сегодня, перед сном, просто проживите этот сценарий, как будто бы это произошло. И пускай Божественная погремушка запустит этот процесс у каждого из вас. Но это должно быть искренне, это должно быть честно, и то, что приходит, а не то, что вы надумаете эго. Вот такое послание у нас на общий процесс. И сейчас, по традиции, три карты. Каждая карта может дать ту определенную, важную для вас послание, информацию, с которой также вы можете пойти в процесс. Три карты, вернее, три цифры. Первая, вторая, третья цифра. Какая цифра вам больше нравится? То послание. Три цифры. Выберите три цифры. И я сейчас буду... Все, кто смотрит записи, также выбирайте цифру. Итак, тот, кто... Итак, друзья, тот, кто загадал цифру 1, вернее, не загадал, а она и к нему пришла, поднимите руки, если тот, кто загадал цифру 1. Есть. Есть, отлично. Александра загадала. Александра. Ну что, Александра, траст. Траст доверия – это то, что важно, чтобы было в твоей жизни, и все, кто у нас сейчас сформировал один, доверие, доверие к Божественному и доверие, посмотри, какое сердце, вот здесь вот тоже такое есть, из облачков. Доверие, где через, еще вышел Королева Пентаклей, доверие, доверие и, знаешь, такая энергия покоя и естественности. Это вот как камень, который лежит, и он лежит. Или как дерево, оно растет, растет. Оно просто растет. И вот оно растет и растет. И его может кто-то срубить. Его может, с ним что-то может произойти. Но оно непоколебимо, оно стоит там, где стоит. Вот доверие, вот настройка вот этого доверия, это та настройка, с которой ты сегодня также можешь пойти в процесс, пойти в этот процесс и с этим процессом дальше двигаться. Очень важно осознать и увидеть тебе вот этот настройку. Вот с этим настроем сегодня пойди тогда в процесс. И по запросу, у тебя запрос тоже сформулирован, ты его можешь проявить сейчас. Да, сформулирован, точнее, даже, наверное, два запроса. Первый, это вот смотрела сегодня утром как раз-таки ваш подкаст, и как раз-таки выпала карта «Отпустить», что нужно отпустить. И я такая, и мне это попало в пространство сегодня несколько раз, прям вот этот вот совет, намек тонкий. Вот. А второе, я сегодня прямо, мне сегодня пришло, что мне нужно, что мне пора, что... ну, вот сейчас даже не знаю, с этой картой пора или не пора. В общем, запрос понять, увидеть, что мне показали инструмент, конкретный инструмент служения людям, потому что меня кидают туда-сюда, туда-сюда, и я, ну, видимо, нервничаю, пытаюсь контролировать этот процесс. Он Да, все это не нужно. приходит. Ну да, ты же понимаешь, не включаться, здесь надо просто, оно все само выстроится. И смотри за энергией. Там, где есть энергия у тебя на действие, на процесс, там больше истины. Вот там, где вот это вот движение, знаешь, как будто бы идет одно вот это за другим. Вот, и оно вот естественно. А вообще в целом, да, вот сегодня давай проживем процесс с таким, да, запросом, да, окей, его тогда тоже погрузи в сердце и в последующем проживи, а там уже дальше распакуется. Хорошо, благодарю Спасибо. тебя. Спасибо, да, Спасибо, я к тебе благодарю. вчера подписался, да, я же говорил, я тебе, твой второй или первый подписчик, я не знаю, как YouTube считает тебя за подписчика или нет, но видишь, я вчера про тебя подумал, Да, я-то видела. YouTube нашел, я как-то такой, оп,
Думаю, о, интересно, и ты уже здесь. Видишь, как интересно происходит. Ну, класс, класс, Спасибо, здорово. спасибо. Продолжай снимать YouTube, тоже такое есть послание. Вот. Ну, или, может, не YouTube, да, там уже. Да. Zen. YouTube, контакт, я не знаю, как это назвать. Короче, есть в этом заряд какой-то, но и инструмент. Все, окей. Да. Хорошо, есть ли еще у кого вышла цифра 1, поднимите руку, к нам подключилась Надежда. Все, отлично. Так, есть Надежда, прям тебя было невозможно не почувствовать. Мы прямо всю конференцию остановили, чтобы ты зашла к нам. Сейчас есть еще у кого был один? Нет, да? Окей. И все, кто смотрел записи, пожалуйста, тоже напишите, у кого был один. Значит, это доверие, траст и выход в естественность. Вот в этом доверии тоже дополнительное послание, на которое важно опираться. Итак, цифра 2. Все, кто у кого пришла цифра 2. Угу. Энергия сострадания, энергия такой чуткой, безусловной любви, да, вот все архетипы, да, вот тоже связанные с материнской любовью, божественные архетипы. Такой прям у меня звук тоже такой. Вот это вот такая божественная любовь, сострадательная. Это, естественно, открытие сердца и вход в божественное любящее. И через вот свое осознавание своего прекрасного, осознавание своего возвышенного и теплого, что вот есть внутри вас, знаете, как вот как душа, которая напитана этой энергией света, вот через это отдаваться происходящему. Вот все те, у кого пришла цифра 2, вот идите вот с этим. То есть первое у нас было это покой, естественно. Здесь у нас еще такое светлая, теплая энергия раскрытия, вот, вернее, не раскрытие, да, вот души и сердца, вот так вот. И с такой вот любящей заботой для других людей. То есть, знаете, вот действительно, это вот как божественные архетипы, вот все, которые есть аватары, да, такие женские, женская такая тоже энергия, прям любви, прям мата, маха-мата, да, такая вот прям вот как божественная энергия Земли. Вот эта вот энергия, она тоже приходит. В любом случае, неважно, какую цифру взяли, но уже просто, фу, это тоже очень мощно. Я прям перед эфиром очень хорошо тоже сейчас прогружался и даже пел, распевался. У меня прям тоже такая прям очень гармонизация шла, потому что тоже так выстраивался другой процесс, третий, четвертый, и бах, уже новый процесс. Ну что, мы движемся дальше. И напоминаю, что у нас сейчас 1, 2, 3 – это те цифры, которые вы могли сформировать и те, которые вы могли сейчас увидеть, та, которая больше вам импонирует, да? И третье – это изобилие. Ну что, и энергия изобилия – это тоже очень классно, это очень здорово, но здесь у нас идет изобилие через искренность, изобилие через изобилие, энергия изобилия через вот внутреннюю наполненность, осознание себя полноценной, полноценным, вот в том великолепии, которое есть у вас, с настройкой на какой-то вот благодарность, вот так, благодарность всем тем, кто когда-то причинил боль, тем, кто когда-то заставил вас
прям плакать, да, там страдать, исцеление слезами, вот такая вот идет информация. И вот изобилие — это вот то, в чем сейчас каждый находится и пребывает, получив опыт в виде тех ситуаций, в отношениях, еще в каких-то других процессах. Это тот процесс, который вы сейчас можете прогрузить, вот осознать. Осознать ту божественную любовь, осознать то тепло Бога, которое есть в каждом из вас сейчас, и тот опыт, который, да, вы прожили и на уровне ментала, и на уровне сердца. И вот это вот тоже то, что мы сегодня... Сейчас же 10-10, да, и тоже исцеление эго, личности в том числе, да. Наша задача сейчас, наверное, да, из изобилия поблагодарить всех тех, кто пришел, да, кто пришел вот в этом процессе, как кармический учитель, назовем так. Да, вот такой вот у нас процесс, очень мощный, сильный. Ну что, да, будем тогда настраиваться на процесс. И сейчас сколько нас тут? 5 человек, да, у нас сегодня второй круг, друзья. Ну хорошо, цифра 5 у нас держится. Есть сейчас те, кто что-то хочет тоже проявить свое намерение, что-то сказать, вы можете это тоже сделать сейчас в общем круге, пока есть такая возможность. Просто представиться, сказать перед всеми участниками, возможно, чтобы мы тоже познакомились и как-то ближе стали. Потому что Академия Единства — это все-таки за единство. Так, есть у нас желающие проявиться? Тоже скажите мне. Перед тем, как мы не пошли, тоже пошли в процесс, проявить свое намерение, поздороваться со всеми участниками. Да, добрый вечер. Можно? Да, можно, конечно, нужно. Так. Так, Николай, приветствую тебя. Я уже даже Да, соскучился взаимно. по тебе. Думаю, подожди, ты пропал. А вот ты сегодня проявился. Да, приветствую. Получилось, получилось так, что накладка идет. Я не могу сразу в двух местах быть. И у вас, и у себя. Я пробую клонироваться, но клонироваться пробую, но не получается пока. Может быть, когда-нибудь совершу этот подвиг. Вот. Сейчас хотелось бы сказать про карты, как раз потому что интересный расклад был, потому что загадал вторую, и не одну карту, а пошло как бы вторая с переходом в третью. Да. А я даже так скажу, что, возможно, вот у меня и было такое, что все три актуальны вообще для всех, на самом деле. Это как будто какой-то вот прям действительно, да, вот, да, у меня прям сейчас мурашками покрывает. Оно, знаешь, как будто вот 1, 2, 3, какой-то маршрутный лист такой, да, какой-то. И я думаю, эти три Маль... энергии тоже актуальны. Ну, да. Ну, да, маленький путь на сегодня, скажем так. На сегодня, да, на сегодня, на Да, сегодня на с этого сегодня. полез. Да, на Это сегодня. как стартовая площадка, потому что ее нужно принять, и с ней нужно уже идти дальше вперед. Отлично. С теми раскрытиями, которые сегодня, похоже, будут и прогрузится в каждого участника. Так что будем ждать, будем Да, хорошо. раскрываться и будем Запрос наблюдать за процессами. проявишь Да. свой или так оставишь при себе? Запрос такой интересный, это баланс и соединение со своим внутренним я, чтобы больше смотреть не вовне, а внутрь себя. И оттуда наблюдать за процессами. Потому Еще, что знаешь, расфокусировка пошла. Во. Вот. Я знаю, что тебе еще хочу сказать. Если еще идет такое сразу тебе, это удовольствие, побольше удовольствия, получение удовольствия, да, там, от еды, от жизни, от пребывания. Вот мне кажется, тоже где-то, возможно, ты, ну, немножко забыл, да, об этом, да, вот. Удовольствие от момента, просто момента, вот то, что есть, Ну вот, да, да. лежишь, сидишь, Так. дышишь,
кушаешь там, с кем ты взаимодействуешь, общаешься, да, там, есть у тебя жена, там, нет, я не знаю, тоже как-то любимая девушка, да, там, то есть вот это вот сыновья, дети, вот везде во всем искать удовольствие и наслаждаться этим процессом от всего. Вот такой вот Ну, прикол. да, самое интересное, что я сейчас на отдыхе, на море, так что мне как раз Да, все это... тогда надо получать Весь расклад. Да, полный расклад. Да. Солнышко, вот, смотри, 20 написано. с лишним градусом. Да, отлично, Удовольствие, супер. удовольствие. Ну, видишь, это я Да, просто. да. Ну, слушай, раз на отдыхе, значит, надо отдыхать. Значит, тоже важно. Слушай, ну круто, круто, отлично. Да. Ну, классно. Угу. Хорошо. Да, Так, благодарю, благодарю. благодарю, да. Кто следующий? Кто у нас есть? У нас еще есть. Кто проявляется? Есть. Кто у нас хочет еще проявиться? Сергей, Надежда. И Саша уже рассказала. Вы как здесь? Нет? Но видео вроде работает у нас, да? Слышно же, да, меня? Ну, слышно, наверное. Вы где? А, Надя. Надя, ты спишь? Надя, ты спишь? Надя. Привет. А, тебе нельзя говорить? Ну, Привет, почему? привет. Просто я слушала. А, ты Я тоже спишь? хочу, наверное, Конечно. поддержать, что Конечно. все три карты, ну или как все три, Угу. ну все, что было озвучено, это, наверное, в общее поле, а не конкретно для кого-то одного. Вот так вот. Есть, у нас, смотри, мы сейчас тоже пойдем в процесс, в медитацию коллективную. Есть ли запрос, который ты хотела бы проявить или пойти в доверие, или сейчас сказать его, или оставить при себе? Ты можешь это проговорить, если хочешь. Честно, нет, наверное, какого-то конкретного запроса. Но интересно, что ты достал сейчас удовольствие, и речь идет о удовольствии. И это, наверное, тоже такая спокойная, потому что мне сегодня попалась даже такая записочка была на нетворкинге. Удовлетворение. То есть, на самом деле, насколько идет удовлетворенность, она очень часто у нас как идентификатор такой, да, и она проходит очень-очень тонко, и оно-то как раз и дает на спокойствие нашему уму и дает возможность нам проливаться постоянно. Это как бы вот это вот тоже такая энергия, мне кажется, она тоже нужна, тоже важна. Да, уметь получать удовольствие от всех в проживании. Ну, вот как я сейчас Николаю, да, рассказывал. Слушай, класс, класс, прям круто, да. И вот я могу от себя сейчас тоже добавить. Я сейчас проживаю вот эту осень, свою первую осень за 3 года. Вот этот холод, у меня не топят дома. Вот это вот все вот эти условия, погодные условия, прям настроение людей, оно все настолько сейчас поменялось по сравнению с летом. И я вот чувствую, насколько важно уже не просто ты получаешь удовольствие от того, что тепло, хорошо, солнце, все классно, а надо его уже как бы немножко взращивать, немножко уделять туда внимание, фокуса, чтобы не входить вот в эти вот осенние, так сказать, состояния, типа депрессивные. Вот. И я думаю, что для тех, кто также будет смотреть, это тоже в записи, это тоже очень ценная, да, Ну вот информация. тоже мы с Сергеем разговаривали до этого процесса, как я о нем, кстати, узнала, да? Между прочим, ты меня не пригласил. А ты сторисы смотрела? Я думал, ты в курсе. Я сторисы вообще не смотрела, мне было некогда эти дни, я не видела. А... Но ты же здесь. Что-то я не поняла, что-то выключилось на секунду. Я Да. просто к тому, что я про разговор с Сергеем и про удовлетворение, и про удовлетворенность, да? Хочу такую так немножко проложить, что сейчас у меня вот, ты говоришь про осень, у меня прям вот сегодня я выиграла этот билет, на, ну как этот, выиграла, типа провести свое мероприятие бесплатно там на одной из площадок Новосибирска.
И я такая, ну, как бы, я уехала раньше, и мне пишут, ну, ты, типа, его не получишь, потому что уехала. В Ты смысле знаешь, уехал? А, ну, я уехал. уехала раньше с нетворкинга, потому что, ну, не ехать было далеко, я же, ну, 40 А, километров от Новосибирска живу. уехал это в Мне надо принципе, было детям, вот. Ну и, в общем, я к тому, что получать, вот он мне говорит, да, получать удовлетворенность от всего происходящего, да. Ну, понятно, что начать там ум борется, но сейчас я просто понимаю, что, блин, я с одной стороны выиграла, а с другой стороны, а мне типа печально. Ну что, типа, я вроде как не смогла это взять. А, то есть Потом по еду, так я думаю, факту. блин, ну все равно классно, я выиграла, понимаешь? То есть у меня никогда не было раньше выигрыша билет в лотерею. Никогда. Вот просто вот никогда. А здесь еще то, что мне хотелось, и то, что нужно было. Понимаешь, не просто там абы что-то прилетело, Ну, а то, я что бы реально помню. нужно было, да, там в Помню, какой-то когда был момент. драйв. Но просто само по себе получить даже удовлетворенность от того, что даже вот 80, не то, что 100% произошло, а то, что 80% произошло того, что тебе хотелось. Это уже же тоже показатель, да? А мы его стираем вот этим вот своим пренебрежением, получается. Ну так вот прям, если шире рассматривать с точки зрения процентов, классно, кстати, сейчас такой пример пришел, да, в голову. Вот, тоже интересно было понаблюдать, и сейчас, когда ты про осень говорила, я думаю, да, что вроде как мозг все-таки все еще делит на плохо и хорошо, но не плохо и не хорошо, а должна быть удовлетворенность такая спокойная, в хорошем смысле этого слова. И у меня, знаешь, даже что пришло, да, получается, пришло на самом деле, что этих возможностей, их может быть миллион, и это только начало. Это просто, типа, Бог показал тебе, что Вселенная хочет, чтобы ты вещала и чтобы ты выходила уже в проявление. И на самом деле, я когда сегодня перед эфиром как раз вот был в ванной под душем, я стоял, и мне прям, знаешь, такая тоже загрузка пришла. Я как раз на следующей неделе хочу создать вот как раз-таки рубрику проявления. Я в начале эфира сегодня рассказывал о том, что хочу позвать разных мастеров, которые могут рассказать про себя, чем они могут быть полезны, рассказать вообще в целом, да, какую-то дать ценность определенную, какую-то информацию или еще что-то. И я вот такой как бы микросаммит как раз-таки хотел тоже организовать, тоже вот сейчас в Академии, чтобы у нас начался процесс тоже и проявления в Академии, и возможности участия в тех процессах, которые тоже сейчас запущены. У нас сейчас и круги, и мастерские, ну там потом уже расскажу, много всего тоже сейчас запускается. Но я к тому, что вот, если там не получилось, то здесь получится, и в Академии ты тоже как раз вот можешь в онлайн выступить, и уже, возможно, на следующей неделе. Я как раз про тебя тоже думал, так что не думай, что я не думал. Много всего тоже подняли, проговорили. Хорошо. Так, ну что, все, тогда у нас Сергей, Сережа, ты здесь? Тогда тоже проявись, скажи. Да, привет, привет. Спасибо, что рассказал Надежде. Так, тебя не видно. Всем привет, всех приветствую. Мне хорошо Камеру, видно. камеру, камеру Да у мне тебя хорошо выключена. видать. А, нет, у тебя выключена вообще она. Как выключено? Я вижу. Себя Да? вижу. Конечно. Ну, Я я даже тут... слышу себя. А, ну, тогда ладно. Мне что-то говорит, что Здорово. ладно. Хорошо. Всех приветствую. Что сказать? Что идет, с каким запросом ты сегодня пойдешь, есть ли запрос, какая цифра у тебя сегодня выпала? Я даже не знаю. Я даже этого не видел. А какие были цифры? А, ты уже... Оглашите, пожалуйста, есть список. Подскажи, пожалуйста, запрос, есть ли запрос, с которым ты сегодня пойдешь, у тебя, Вопросы? ну, какой-то Что-то запрос. пока нету, пока нет такого запроса. Это нет пока сегодня запроса.
Хорошо. Есть ли какие-то пожелания, которые ты можешь кому-то что-то сказать? Если что, ты можешь поделиться, потому что у меня почему-то, да, ты не проявлен. Ну ладно. А Вот скажите так. кто-нибудь, Сережа проявлен? Вы видите видео? Пожалуйста, кто-нибудь. Я вижу, да. Видно, видно, видно. Окей, ладно, тогда у меня Вот что-то так глючит. Да. интересно, да? У Но тебя ты не вроде проявлено, как а такой так везде человек. нет. Да. Хорошо. Что, Сереж, есть ли что-то, то, что ты можешь проявить, сказать другим в нашем круге сегодня? Для тех, кто присутствует, и для тех, кто в записи. Я, наверное, это самое главное вот такое. Оставайся честной и искренней собой. Какое бы ни было проявление, чтобы это, главное быть честным и искренним. Хорошо. Благодарю. Хорошо. Ну что, Да. есть еще Пока, что-то? я пока все связано все с единством. Все в единстве, все в единстве. Все в единстве, да. Все в триединстве. Хорошо. Благодарю. Ну все, тогда начинаем. Сейчас отключи, пожалуйста, микрофончик, чтобы он тоже там лишние звуки нам не приходили в эфир, чтобы там Олежка маленький вещает. Фу, хорошо, сейчас тогда примите удобное положение. Можно сидя, можно лежа, чтобы вам было комфортно. Будем настраиваться на процесс. Можно даже растереть ладошки. Тоже сейчас настроиться, помассировать область вокруг глаз, если хотите. Вот здесь вот помассировать скулы, подбородочек. Ну, знаете, то есть снять вот это напряжение. Даже можно вот так вот провести пальчиками, как в цигуне, да, собрать всю информацию, тоже ее выкинуть. Чуть-чуть потрясти ручки тоже. Сбросить всю лишнюю информацию. И сделать мягкий глубокий вдох. Медленный плавный выдох. Если есть такая возможность, давайте сейчас тоже позвучим звук Ха. Вместе с этим звуком Ха снимаем все лишнее напряжение для того, чтобы сфокусироваться на здесь и сейчас. Звучим также от сердца, мягко, глубоко. Мягкий, глубокий вдох. Еще раз мягкий, глубокий вдох. Поднимаем плечи вверх. И третий раз. Самый мягкий, глубокий вдох. Сейчас медленное, свободное дыхание. С открытым сердцем и с доверием мы открываем наш сегодняшний процесс. Сейчас можно обратиться к гидам, наставникам, учителям, всем тем, кто оберегает, поддерживает духовным символом, родовой системе и всем тем, кому вы хотите обратиться, всем тем, кто пришел. Просим благословения, энергии, ясности, осознанности, любви. И всего того, что сейчас гармонично, благоприятно для каждого из нас.
Мы открываем наш сегодняшний процесс, круг единства, единство мастеров света, творцов. И сейчас почувствуйте, как нисходящие и восходящие потоки соединяются в сердечном центре. Напитывают сердечный центр. Почувствуйте, как энергия свободно проходит от промежности до темечка. И с очередным вдохом мы собираем внимание в срединной оси. Завершаем все свои процессы, дела и все, что сейчас не актуально, не важно. Выводим из поля, завершаем. С очередным вдохом возвращаем это внимание внутрь себя. И с каждым вдохом возвращаем ясность, осознанность, светимость, любовь, сострадание. Свет. Свет и тьму, как гармонию баланса. И сейчас вы можете настроиться также друг на друга, представить, как рядом появляются соседи. Наш круг. В центре круга может быть кристалл, может быть костер, может быть то, что вы увидите. Мы представляем, как левая рука у нас находится сверху, другой правой руки, другого творца, мастера, который рядом сейчас с тобой. И также правая рука, на которой ложится левая рука другого соседа. С очередным вдохом распределяем эту энергию. Образуем единый круг, круг единства. Закольцовываем и чувствуем, как сила начинает течь слева направо. И как мы находимся в едином круге, в едином божественном круге присутствия друг друга, в единой системе. Почувствуйте внутреннюю опору, свет внутри сердца. Почувствуйте связь с вашим высшим Я. Представьте, что от каждого также из темечка выходит луч, луч белого света, который соединяется, ведь соединяется и поднимается выше, выше, выше. Выходит из астрального плана еще выше, из всех концепций, и соединяется с первоисточником. Мягкий глубокий вдох. Медленный выдох. Первоисточник, первотворец, Отец Небесный. И матушка, также соединяемся с матушкой, центром Земли.
той физической земной силой. Первозданной силой. Силой перворода, силой первоклетки. Живо, 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 живо. Природной жизни. Энергия свободно циркулирует снизу вверх, сверху вниз. Сейчас мы чувствуем, да, движение энергии слева направо, движение энергии сверху вниз, движение снизу вверх. И направляем свое внимание в сердечный центр, из сердечного центра также своим вниманием направляем луч своего света вместе со своим намерением, которое к вам приходит. Явно, неявно, осознанно, неосознанно, просто проявляйте. И все лучи соединяются в центре. И отправляются. Отправляются высоко вверх, вниз, распределяются. Намерение, которое возвышается. Намерение это как... То слово, которое тоже является часть божественного и которое также распределяется на вездесущий план. И через свет, свет, свет распространяется. Сейчас обращаются ангелы, ангелы, архангелы, все ангельские частоты. Каждый может обратиться к своим ангелам или к тем ангелам, которые сейчас есть. Дают защиту. Дает послание каждому. Хорошо. И сейчас образую единый купол. С каждым вдохом почувствуйте, как энергия Земли начинает наполнять вас. Почувствуйте ту самую тоже силу и силу рода, которая всегда была и есть, находится внутри вас. Осознайте, увидите эту внутреннюю силу всех тех, кто был в вашей родовой системе, кто сейчас с надеждой, с любовью, заботой поддерживает вас. И сколько любви, сколько добра каждому желает. Сколько поддержки.
Сейчас также можно отпустить всю ту боль, которая была, все те страдания всех тех, кто был. И если есть те, кто приходит сейчас, они также освобождаются и уходят, возвышаются и через каждого, отпуская, 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 и освобождая и возвышая. И сколько любви и света приходит. Все, кто застрял, все, кто не осознал и не увидел, да, свой уход. Кто застрял в разных тоже планах и готов вознести, сейчас может это сделать легко, естественно, и вы можете стать проводником. И это тоже часть Бога, это тоже часть вас. И с большим поклоном и уважением обратиться ко всем матерям, матерям всех родов, к матери, к своей матери, к матери матерей и всем тех матерей, кто когда-то дал жизнь каждому. И также отпустить боли, страдания во время беременности, всех перинатальных периодов, всего того, что заставляла каждую где-то ограничивать себя в чем-то, жертвовать собой во благо своего рода, дать им место, дать любовь, дать опору, дать свою текущую любовь, которая есть сейчас. Напитать этой любовью всех тех матерей, кто когда-то был лишен этой любви. У кого не было мужской опоры, кто страдал на войнах, кто потерял близких, кто продолжал жить и продолжал движение роду, дайте опору и поддержку. Сострадание. Со всей любовью и заботой. И всем отцам нашим, всем тем, кто в угоду продолжения родом. Тот, кто жертвовал собой, тот, кто страдал во благо семьи, тот, кто не получал удовольствия от жизни, тот, кто нес на себе карму рода, дайте тоже любви, заботы, поддержки. Заботы, любящие заботы. И законное место. И также можно отпустить все страдания и мучения.
Освободиться. Все, кто страдал. Отпускаем. И пропускаем. Пропускаем эту энергию тоже. Тоже есть часть вас. Отдаем. И наполняемся божественной любовью источника нашего. И через себя наполняем весь свой род. Все, кто нуждается, все, кто сейчас может пропустить также эту энергию легко, естественно и свободно. И английская музыка, божественная музыка. Хор звучит в унисон божественным, освобождая, исцеляя каждого в едином круге, для каждого и через каждого освещая. И соединяя все родовые системы в единую родовую систему перворода, первоклетки, как части божественного, который когда-то проявился и запустил сценарии, множественные сценарии, множество родов. Вот сейчас каждый из вас сможет соединиться с первоклеткой перворода, как частью божественного источника, и осознать единство связи всего сущего, каждого сущего, с каждым из каждого в каждый. И пропустить эту энергию через себя и воссоединиться, почувствовать эту силу и мощь. Почувствовать через единство, единство рода. Где первород не знает разделенности, где первород знает только один род. И это тоже есть вы. И это гармонично, также благоприятно. И вместе с этим почувствовать связь со своим Высшим Я, божественной искрой. Искрой когда-то также пришла на Землю и через материю воплотилась, проявилась во всех проявлениях, которые были в материально проявленном плане, несущий код высшего, единого, божественного, как искра, которая когда-то, как вспышка, засияла
и отделилась, сейчас также соединяется, и все части соединяются. Все части каждого это часть общего, единого и целого. Соединяется в божественном великолепии единого источника. В каждом источнике есть соединенность с вашим высшим Я, и это высшее Я, это и есть вы. Нет разделенности, есть единый дух, перводух. Перводух также в каждом из нас, и каждый также может осознать в себе часть всего. И каждый из нас — это продолжение друг друга. И каждый из нас есть внутри друг друга. И каждый из нас есть зеркало друг друга. Почувствуйте это здесь, в едином кольце. И все процессы, которые сейчас происходят, эти те процессы, которые гармоничны для каждого. Что-то уходит, 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 уходит. Все соединяется в сознании, все раскладывается. И сознание гармонизируется в вашем проявлении, в вашей личности. И личность наполняется знанием. Гармонизируется. Сейчас каждый может представить образ. Это тот образ, который может гармонизировать вас. Живо, живо. Позвольте себе запомнить этот образ. Образ связи с каждым, образ связи, гармонии. Осознайте себе ликование, благости, гармония любви.
И сейчас можно посмотреть в ту тьму, которую так давно не хотела смотреть. Просто представьте вот этот образ темноты. Через ваше видение, через ваше осознание позвольте себе посмотреть туда настолько глубоко, насколько вы можете посмотреть. И через свое внимание, сознание провести тот процесс, который сейчас очень, который сам проживается. Если есть какие-то образы, это нормально. Если ничего нет, тоже нормально. Все, что есть, это тоже есть вы. И через божественную любовь, через открытое сердце вы можете также свободно это исцелить или напитать, или отпустить, или изменить, проявить, соединиться, дать место осознать. И гармонично, благоприятно также отпустить этот процесс. И с очередным вдохом направить свое внимание в сердечный центр, осознать и почувствовать божественную любовь. Через свое внимание направить эту божественную любовь из своего сердечного центра всем тем, кто сейчас нуждается в этом. Давайте почувствуем, как наше поле, наш круг расширяется за пределы того пространства, которое вы видели, и начинает расширяться и окутывать ваш город, ваша область, ваш район. И позвольте также Божественному пройти через вас и пройти каждому. И через себя проявиться каждому. И, возможно, есть конкретные люди, кто сейчас нуждается в этой поддержке.
Также можно поделиться. Направить свое внимание божественной любви. Родителям. Близким. Сестрам, братьям. Друзьям или всем тем, кто сейчас приходит. Хорошо. С очередным вдохом также почувствовать, как энергия любви наполняет вас. И в общем единстве каждый наполняет друг друга. Каждый исцеляет друг друга. Каждый дает жизнь друг другу. Каждый дополняет друг друга. И почувствуйте, как энергия свободно распределяется между всеми нами. И почувствуйте, как энергия начинает снова возвращаться к вам. И вместе с этой энергией возвращается внимание. Почувствуйте внимание в срединной оси, в опоре, на которой вы сидите или лежите. Мы будем постепенно возвращаться, и на счет три вы окончательно вернетесь здесь и сейчас. Один. Почувствуйте свое дыхание, движение воздуха в ноздрях. Два. Почувствуйте свое присутствие. Поблагодарите своих соседей. Поблагодарите ангелов, архангелов, гидов, наставников, учителей, наш род и всех тех, кто нас оберегал и поддерживал в нашем сегодняшнем процессе. Три. Вы здесь и сейчас. Глаза закрыты. Поблагодарите друг друга. Руки можно сложить на намасте. Давайте пропоем мантру Ом, целебный звук, который поможет нам вернуться здесь и сейчас, осознать все произошедшее, сгармонизировать все процессы и позволить разворачиваться всем процессам из тонкого плана в проявленный план за пределами данного сеанса, процесса. Делаем мягкий, глубокий вдох. Медленный, плавный выдох. Сначала наполняется низ живота, потом средняя часть живота. Если вы лежите, то можно, да, привстать. Потом верхняя часть. Начинаем петь. Мягкий, глубокий вдох. О,
Благодарим всех ангелов, архангелов, их наставников, учителей, проводников. Благодарим себя, благодарим пространство, благодарим друг друга. Почувствуйте энергию благодарности, энергию изобилия, энергию сострадания, энергию доверия. Можно потереть ладошки, помассировать область вокруг глаз. Вернуться здесь и сейчас. Да, мощный процесс, мощный процесс прошел у нас. Угу. Как прошел процесс? Как прошел процесс, вышла карта парная. Да, это была парная. Мощный процесс и очень много всего. Ох, даже голос. Трансформационненько. Глубоко пошли, глубоко. Сегодня прям зашли в самую глубину. Ну, как мы и любим, да. Сегодня круг про глубину. С первородом, с первоисточником. Очень мощно, очень мощно. Все, кто сейчас желает поделиться, также может что-то сказать. Получить тоже карту послания. Давайте послание для всех, кто смотрел в записи. Ну что, послание для всех, кто смотрел в записи. Пришло время выходить из одиночества, входить в круг. Всех приглашаем на круг единства мастеров света. И да, действительно, круг единство – это круг вездесущего, друзья. Так сказать, на правах рекламы. Переходите по ссылочке, регистрируйтесь в описаниях. Все, что вы будете видеть, если вы дошли до этой точки, значит, Академия ждет вас. В Академии проходит очень много разных процессов и круг единства – это один из самых базовых процессов. Каждый второй четверг в 8 часов по Москве мы ждем вас. В этом круге вы можете получить исцеление, трансформацию, почувствовать единство, почувствовать любовь, почувствовать радость, почувствовать все, что вы так давно могли прожить и прочувствовать. Благодарю. Ну что, как у вас, друзья, кто-нибудь вернулся или все? Все находятся в глубоких процессах. Просто, просто очень мощно, очень сильно. Очень, очень было мощно. Так, друзья, вы как вообще? Вы живы, нет? Напишите что-нибудь, или я здесь один. Так. Да нет, нет, нас здесь много. А, есть, все, мы просто выходим. Так, Николай, да. А, все, вижу, вижу. О, пошел процесс. Ну что, кто хочет первый? О, я вообще, как всегда, полжизни прожила. Попрыгну. Всегда находится, что попроживать.
в ваших кругах. Интересный образ пришел, поделюсь. Когда ты начал читать про глубину и про темноту, мне пришел образ шахты лифта, в который я ступаю, но не так, не в ощущении страха, а уже спокойно, как будто бы так и должно быть, как будто бы люди, в принципе, летают туда-сюда по этой шахте лифта. И когда я сделала этот шаг, внизу оказалась вот эта вот аэротруба, которая начала дуть, поддувать меня снизу. И я начала строить гримасы, и меня это рассмешило. И от этого я поняла, что глубину, ну, вот, как я это для себя трактовала, что глубину и темноту можно проходить через юмор, через, ну, такую, через иронию. Хорошо, супер. Хорошо, отлично. Ну давай, да, тогда хочется тебе тоже что-то какое-то дать послание. Без копейки рубля не бывает. Я, короче, нашел свою старую колоду денежную. И что-то думаю, возьму эти фотокарточки здесь. Без копейки рубля не бывает. Вот почему-то хотелось тебе это тоже сейчас достать. Так что тоже послание для тебя. Без Благодарю. копейки рубля не бывает. Ну, да. Начни с копейки, да? Потом и рубль придет. Ой, Ничего, ничего. Все спасибо, будет. спасибо. Все будет, все будет. Я прям вижу, все будет. Прям разворачивается. Видишь, у нас усиление друг друга, мы друг другом усиливаем, процессы запускаем. Хорошо, что ты с нами, и все только начинается. Поэтому прям Благодарю. вижу, как будто бы, да, тоже дорога у тебя открывается какая-то новая. До сих Новая, пор да. загадка, что я здесь делаю среди мастеров, Ну, но вот прям чувствую мое. Конечно, твое, потому что куда ты денешься с этой подводной лодки? Никуда. Раз ты уже пришла ко мне, дошла, то значит, по-любому ты распакуешься. До чего-нибудь ты придешь. И это дело не во мне, дело в тебе. Твоя душа уже давно хочет этого, и ты уже выбрала. И ты сама знаешь. Вот. Я не знаю, вот я вижу, что... Кстати, какие-то мандалы, может, даже там что-то. А ты занимаешься вышиванием, рисованием, что-то такое вот идет? Рисованием. А, Мне уже два я раза вижу. сегодня про рисование приходило опять, что нужно возвращаться туда. Я вижу, как это Прикольно. называется, мандалотерапия, вот это вот. Типа, вот есть нейрографика, а есть Да. мандалотерапия. Вот я вижу просто Блин, мандалу. прикольно. Ты можешь ее, кстати, вышивать. Даже вышивать ее. Вот так, знаешь, вот это полотно, и там как будто бы рисунок, и на этом рисунке ты как называется, Я нитками. поняла. Да. Прикольно. И так ты Прикольно, можешь собрать ссылка. свой первый семинар, где ты там, в Таиланде сейчас, да? Или где, я уже забыл. На Бали. А, на Бали. На Ну Бали, вот, да. вот иди там в этот, в хоум-кафе, и там собирай первую группу. Да, вот тебе задание. Да, и кстати, друзья, я же вам рассказывал о том, что у нас есть мастерские, и сейчас я формирую группу. Приходите в группу, где мы вместе как раз-таки позволяем друг другу запускать вот эти процессы, и где мы вместе движемся. У меня есть отдельное видео на эту тему, и, кстати, тоже посмотрите про мастерские. Я там прям целая презентация, целый процесс. Это тоже типа такой вот современного мастермайнда. Вот, это я просто к тебе, я прям вот увидел, что, возможно, тоже было бы ценно в этом участвовать. И все, кто смотрит записи, и все, кто есть, посмотрите видео, почувствуйте, что ваше не ваше, но мы можем усиливаться еще по принципу еженедельной встречи, где мы в небольшом круге, тоже в таком, как сейчас, занимаемся как раз-таки усилением. Но вот тебя я прям вижу, иди вот в хом-кафе, подключайся там к Жене или кто там сейчас и проводи свой первый класс. Это же Бали идеальное. Бали – это идеальное место стартапа. Просто это Бали – это школа. Там ты просто приезжаешь на Бали, и ты все время там что-то запускаешь, но после того, как ты уже запустил, там, осознался, все, как бы Бали говорит, все, спасибо, до свидания. Вот как я, Китас оформил и уехал. Просто красавчики, живу в России. Главное, Китас оформил и уехал. Вот, вот такая мандалотерапия, я не знаю. Ну вот именно Блин, взять прикольно. ткань, Ткань. нарисовать,
и прям нитками там что-то зарезать. Ну, короче, да распакуешь. Вот тебе послание такое. Я тебе О, говорю, спасибо блядь, большое. вот тебе Благодарю следующий всех. шаг. Так что на следующем занятии уже, чтобы это, уже чтобы класс провела, проводи. Чтобы пришла с мандалой со своей, да? С мандалой и с этими, Да. с учениками уже своими, там, первыми. Вот. На Бали все так происходит. Ты сегодня ты никто, завтра ты уже мастер-гуру третьего поколения. Это нормально. Все, осознай. Блин, Просто скажу, уже благодарю, 10 лет благодарю. практика. Прям пиши, там, 20 лет уже рисую мандалы, вот это все. Вот. Ну что, ну что, я знаю, я прям вот уже вижу тебя там. Ну что, все, класс, класс. Я думаю, это прям здорово. Так, что, Спасибо, все, спасибо Сереж, большое. да, благодарю тоже. А, Сережа, Надежда, Сереж, ты что-то будешь говорить, нет? Или ты все Да. сказал? Я сказал, цифру назвал, все, и все сразу, все Что-то... ясно. ты во вторник все высказал. Ну, Наверное. так, че, есть еще что? Да, после Николая добавить. Ну, у меня прям это очень интересно, конечно, было сегодня такое погружение. Оно прям такое глубокое-глубокое. Я прям видел, как клетки Хватило тебе? двигаются. Да, я Хватило как... тебе? Да, и клетки я видел, как клетки первопростейшие, первозданные, которые как клетки двигались, потом соединялись, а потом что только не видел, как говорят. Потом я увидел того, что вдруг все растворилось, исчезло, вообще стало вообще чернота, темно, просто темно, больше ничего нет. Просто никого нет. Ничего, вообще ничего, вообще вот просто ничего. А, ну это же первоисток, получается. Ты в исток пришел, мне кажется, да? Дальше того, что потом появился это какой-то первый такой, как это, как типа звездочки, потом я видел глаз какое-то появление, глаза появление. Столько разных проявлений каких-то было, но это не как образы, это как энергия, которая о себе говорила. Я даже не знаю, как это Да рассказать. я думаю, понятно. Ну да, да, супер. Ну Вот. да, я тоже сегодня, знаешь, у меня какое-то было путешествие в какой-то, как в мире галактик каких-то, вот, в рождение жизни, вот, знаешь, как в фильмах показывают BBC, вот в этих. Да. Я вот, вот я тоже сегодня вот что-то туда вот понесло, завеяло. Но такое часто бывает, на самом деле. Я сейчас стал вспоминать по тем классам, которые, кстати, на Бали проводил. Но я голосами сопровождал то, что тоже частично видел, чтобы тоже какой-то процесс был, чтобы не просто мы в тишине, в темноте и без музыки. Но вот очень классно, да, прям такое глубокое, видишь, было проживание. Мы прожили, я даже не знаю, сколько, минут 40, наверное, 30. Главное, вот что удивительно, того, что каждый вот это вот эти разные эти ипостаси, которые как бы вот какие там проекции себя, я их видел, они раз-раз, то есть появлялись, исчезали, появлялись, исчезали. Потом говорю вот это вот, когда вот темно стало, вообще темно стало, как бы раз, чик, все исчезло. Потом говорю, появился этот как, вот я говорю, как звездочка такая. А потом я увидел просто такое вот, как вселенная такая, вселенная, а на вселенной такой большой глаз. Так, ну давай. Этот Хорошо. глаз как будто смотрит на все. Вот такой образ, какие-то видения, образы, я не знаю, это как энергия, она не назовешь, что это как раньше я назову какой-то, как видишь, это как картинку какую-то, даже это просто как знание. Ну да. Вот, кстати, да, я давай сейчас посмотрим, что тебе. Неважно, какой путь выбрал человек, важно, как он будет по нему идти. Вот. Такая у тебя информация тоже интересная. Благодарю. Да, путь, 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 видишь, путь. Это то, что мы говорим, путь, путь, движение, да, вот это осознавание себя, пребывание в моменте. И еще мне идет, знаешь, как будто бы представлять деньги тоже, как они к тебе приходят. Да? Вот, представляй с благодарностью, ну, как будто бы, знаешь, вот, мне кажется, вот сейчас какой-то произойдет какой-то сдвиг у каждого вообще, вот, и вот у тебя, вот, мне кажется, это вот с деньгами связано тоже.
Да. Вот у меня тоже карта. Вот, так что круто. Ну, здорово, Благодарю, здорово. благодарю. Да, благодарю, да, благодарю. Да, и для энергии изобилия, да, тоже. Я не на правах, там, сказать, скажем так, заработка, а тоже вот, если чувствуете, да, можете задонатить любую сумму, неважно, там, 10-100 рублей по тем реквизитам, которые я закинул. Как будто бы тоже в этом есть какой-то процесс. Мне сегодня очень тоже просили, чтобы я это сделал. Вот эту донатную историю. Вот, поэтому, друзья, все, кто смотрит записи, тоже реквизиты, данные есть, можете запустить этот процесс. Ой, так, что еще? Как Надежда? Надежда у нас здесь. Хочешь поделиться? Нет, можешь написать. Николай также сейчас уже сказал. Да, благодарю за прогрузку. Еще Николай у нас дополнил. Николай, тебе карточку тоже. Создать пространство разговора. Ага. Вот тебе что вышло. Создать пространство разговора. Возможно, да, нужно создавать какое-то пространство для разговора. Я даже не знаю, как это сказать, но возможно, да, приходи на наши новые рубрики. Либо мы создадим с тобой процесс, либо тебе нужно создать. Там уже тоже какой-то идет процесс. Вот. И Надежда, давай тогда сейчас тебе. Надежда. Отделить главное от вторичного. Вот, Надежда у нас. Надежда, так, давай-ка сейчас переключим. Отделить главное от вторичного. Это Надежда. Вот, а давайте я себе достану. Тоже. Отбросить потребность в защите. Вот. 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 Вот эта история все время. Вот это вот сценарий жертвенный свой, да, прям мощно, мощно. Благодарю. Хорошо. Так, и финансовая карта. Давайте, финансовые карты. Это... Ага, это у нас Сергей. Финансовая карта. Это у нас на процесс. Финансовая карта. Финансы могут быть и не финансы. Так, Александра, раз уже достал колоду. Александра, пора заниматься соцсетями. Надежда. Физикс. Короче, у Надежды вот тоже деньги идут, но там что-то прям на физикс. Там какая-то алхимия, короче, еще совершается. Какая-то сверхается. Так. Николай. Николай, деньги есть, но в банке. Такая вот вышла карта. Вот такая в банке. Вот. Так. Кого еще? Зрители. Зрители. Ну, зрителям вам пора соединяться с божественным махаватарами какими-то. Тут у нас слон. Слон. Мудрость. Мудрость. И себе. Что? Конек-горбунок. Конек-горбунок, который скачет и своими копытами создает эти финансы, монетки. Себе. Послание. Ну что, всем все сказал. Все, друзья, всех благодарю. Все, кто хотел, у нас все сказали. Да, по времени. Благодарю, каждого. Благодарю каждого из вас за то, что вы сегодня были. Благодарю за наше единство. Все процессы будут продолжаться и за пределами данного процесса, данного круга. Всех тех, кто смотрит записи, также приглашаем на живые мероприятия, приглашаем на регистрацию в Академию через сайт. После сайта вы попадете в бот, после бота попадете в закрытую группу. Все это сделано для того, чтобы создать условия для дальнейшего роста Академии через базу данных, через систему. Это не просто закрытая Telegram-группа, это такой вот процесс в процессе. Поэтому регистрируйтесь, приходите, вы придете в закрытую группу, где есть уже много информации, много записанных уроков, классов, и вы также можете их смотреть. Академия будет сейчас развиваться, приглашать новых мастеров. Приходите проявляться, приходите участвовать в наших рубриках.
кругах, и каждого из вас приглашаю в мастерские. Это круг, круг тоже, круг мастерской, где мы также запускаем разные процессы уже в плотной такой нашей компашке. В общем, вся информация тоже есть, можете почитать, есть отдельное видео на это. Подписывайтесь на наши каналы, дарите любовь друг другу. Все, кто уже в Академии, приглашайте своих друзей, приглашайте тех, кто также может стать частью большого процесса, приглашайте мастеров, вот как сегодня Сергей пригласил Надю, Сашу пригласил у нас Маретта, Маретта пригласил я, и вот она идет цепочка, Николай нас сам нашел, и как-то вот так вот оно все закручивается потихонечку, и я думаю, что это классно и круто и здорово на самом деле, что каждый из вас может проживать разные процессы. В дальнейшем мы будем офлайнизироваться и живые мероприятия. Наша база пока находится сейчас в Москве, но также мы будем расширяться, запускать разные процессы и обучающие процессы. Если у вас есть, да, технологии 5D, обучающие технологии нового времени, то также Академия их провозносит. Мы сейчас за новые технологии, новые эпохи нового времени, и Академия как раз создана для того, чтобы помогать трансформироваться, переходить из старой эпохи в новую. И усиливая каждого по отдельности, мы вместе становимся сильнее, и вместе мы запускаем больше гораздо процессов. Мы усилим друг друга, трансформируем друг друга. И Академия – это та самая опора и поддержка, которая может быть у каждого из вас. Это комьюнити, это и сообщество. Это и площадка для дальнейшего вашего, в том числе, проявления. Уже на следующей неделе, возможно, будет как раз-таки первый наш саммит, первый класс по проявлению. Возможно, на следующей неделе, я сейчас тоже почувствую, у нас, ну, во-первых, четверг – это поиск истины. То есть четверг, 8 часов, у нас всегда что-то проходит. Во вторник, возможно, проведу процесс по возвращению внутреннего мастера, энергосеанс с музыкой. Это тоже отдельный процесс. Буду высылать музыку каждому. Музыка через музыку и через дыхание будет энергопрогрузки. Сегодня я получил тоже коды, ключи до нашей сегодняшней встречи. Мне дали благословение на проведение энергосессии в том числе. Поэтому всех благодарю. И приходите на следующее занятие. Благодарю Сергей, благодарю каждого участника. Благодарю всех тех, кто был. Всех благ. До новых встреч. Прощаемся. Пока-пока. 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 Сергей у нас ушел. Все.